я буду говорить по-русски, перегар. Предлагаю пройти тест на алкоголь при помощи вот этого чудного немецкого прибора. Давай. Сразу предупреждаю, если он показывает, то естественно автомобиль будет стоять временно в плену. Вы поедете по временному удостоверению. Нет, я же вам сказал, что от вас исходит, по-русски говоря, перегар. Я же не сказал, что вы выпали с машины. Есть перегар. Хотите, можем проехать в больницу. Да ну не чуть-чуть, будем говорить по-русски, не чуть-чуть. Для вашего организма, наверное, надо... Я буду говорить по-русски. Да все мы не сильно пьющие. Немало пьющего там... которые приходят в 24, блядь, независимо от времени года, блядь, по ночам, им пофиг, снег, дождь, ливень, они вот туда у нас сходятся. У нас показало, не показало, третьего у нас не дано. Проходим, либо же в больницу. Вам еще. Если покажет, будет решать суд, что с вами делать. Либо штраф, либо лишение, либо же административный арест. Скажи, я слушаю. Сколько штраф? Официально 3,5. Минимальный. Максимальный 5,950. Не, я же, вы спросили, это, я вам сказал, сколько официально. Сколько, чтоб пиши. Ну, скажи, я тебя слушаю. Не знаю, 3, ну, двушки хватит. Добрый. Добрый. Значит, сам виноват. Вот там Каменское село, а вот там Никополь. Ну, не мышь на селе. Дело, что вы ЖД-переезд переезжали? Нет. Вы ЖД-переезд переезжали? Нет. Вы ЖД-переезд переезжали? Нет. Переезжали? Нет. Переезжали через... Ну, 400. С правой стороны город. А, выезжаем. Вот там одна, вот тут вторая. Ну, перед кольцом Укрнафта. Ну, бывшая Синтоза. Прямо есть, с правой стороны. Проезжайте сегодня. Все, все, давай, повнимательнее. Спасибо. Здравствуйте. Господа полицейские, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Как работа? Все хорошо? Вашими молитвами. Давайте вместе помолимся. Можно? Хотите этот, может, сразу покаяться, что сегодня плохого сделали? Да. Вы же полиция теперь уже, я правильно понимаю? Как в роли полиции работается? Не, ну все-таки, ну чувствуете себя уже больше ответственности, как-то больше... Да? Ну, никого не останавливаю. Просто всех предупреждаете. Понятно, понятно. Водитель знакомый вам? А вот поехал только что. Не останавливали? Ой-ой-ой-ой. Посмотрим. А кто руководство у вас? Есть кто, может, на работе сегодня? Кто командир, там, смены, взвод? Как? Понятно, ясно. Ну, водителя не останавливали сегодня никого? Вот этого никого. Ну, вообще кого-нибудь останавливали? Непонятно, останавливали. Протоколы составляли? Мы не имеем права составлять протоколы, пока мы не назначены. Так получается, что протоколы вы составлять не можете. Не, получается, штраф берете на месте. Нет. А если водитель нарушен? Что-то на месте и поехал. Никого не штрафуете, ничего, вообще никак. Ладно. Имеем право. Ну, мы, если вы позволите, мы можем к вам присесть и продемонстрировать, нет, как не хотите, да? Зачем? Не хотите. Ничего мы не гордые. Нам же нельзя в машине садить. Не вопрос. Давай, пожалуйста, ознакомь человека. Можете? Это просто организм. Да, и компьютер, он не кусается. Чуть-чуть Витальчика в сторонку. Сейчас, я чтобы. Секунду. Узнаете себя? Похоже? Да? Просто я хочу, чтобы вы, актеры, узнали себя в фильме. А где деньги? Что-то нету, их тут не видно. Выпали, наверное. Выпали.
Так а что произошло? Вы можете пояснить нам? А? Держи. Можете пояснить, что произошло? Где? Ну вот, на данном видео, где вы, в частности, фигурируете. Ну, данная сумма позволяет сидеть в тюрьме просто, а не просто административка, как бы там 100-200 гривен. А данная сумма позволяет сесть в тюрьму за... И как так произошло? То, что пьяный. Ну как, что именно? Ну что строите себя дураков? Ну что пьяный поехал дальше? Почему пьяного отпустили за деньги? Ну человек бухой. Кто бухой? Ну человек бухой. Вы его медосвидетельствовали? А вы его медосвидетельствовали? Нет. А деньги за что брали? Раз не медосвидетельствовали, за что взяли деньги? Ну, инспектора, живее, я не могу понять. Ну. Вы можете пояснить, что произошло? А что произошло? Ну как что? Ну, мы вам продемонстрировали видео, на котором вы берете деньги с водителя. Вы можете нормально, внятно объяснить, что произошло на данном видео? Полная доказательная база для того, чтобы вы конкретно взяли деньги. А вы теперь мне поясните. Я вам пояснил, что произошло. Теперь вы мне поясните, как так произошло. А как? Как вы, являясь сотрудником милиции, полиции, теперь же полиции, берете деньги с водителя? Это как? Ну, вам есть что сказать или нет? Или, в принципе, ну, ничего. А что? Ну, вы можете пояснить, почему вы так действуете? Вы же полицейский теперь. Почему вы берете деньги и отпускаете пьяных? Как так? Подожди, не стану, что не пьяный. За что вы взяли деньги? Ну, те, которые вы видели на видеозаписи. За что? Ну, я вам задаю вопрос, за что? За что вы взяли деньги? Почему вы не составили администрацию? Почему вы не задержали его? Почему не отвезли на медосвидетельство? Почему? Почему взяли деньги? Ну, с ним все понятно, что. Ну, что, ну, мы его, ясно. Все ясно. Вызывайте сюда старшего, мы вызываем наряд 102, оформляем его. Есть какие-то сегодня ответственные ваши, главные, чтобы могли по этой ситуации разобраться? Вы ходите сюда, не бойтесь, что вы боитесь? Сидите сюда. Вы подивы. Алексеевич, как вас зовут полностью? Кем вы являетесь? Что вы из себя тоже не приедете? На ТБ, на ТБ. Вам конкретно носом втыкнули и показали. Кого? Вы стоите и клеите. Да вы что не видели, вы деньги взяли. А что, вы что? Подождите, а вы как? Вы думаете, что... Да, я знаю, я вам расскажу. При чем здесь работать? Сидеть в тюрьме, работать. По статье уволят вас минимум. Это минимум по статье, минимум. А вас, товарищ, даже не по статье. Там, нет, они в паре, они несут ответственность друг за друга, они идут в тюрьму обоя. А руководитель их по 90-му приказу может тоже получить уголовку. Уже 90-х приказов нет, а там их нет. А, ну там можно брать деньги на это. Во-вторых, нет, мы не можем брать деньги. А что берете? Кто брал? Кто он брал, ваш напарник. Что? Ну что вы руками разматываете? Что вы разводите руками? Ну что? На видео конкретно все видно, все полностью. И вы руками кто брал? Что вы себе дураков клеите? Так что вы не знаете? Вот покажет ваши рожи по всем каналам, будете знать. Что он знает? Так а кто? Как нас? Это не лица. Ваши рожи. Пьяного человека это рожи. По всем каналам, пропухи, полицейские, в Никополе отпускаете. Что я сказал невнятно? Вы. Вы сказали на видео, что он бухой. Ваш напарник сказал, он бухой, и он его не заставлял пить. А что мне делать? Это нормально? Просто дало пить. Просто пить на сакаме. А что вы улыбаетесь? За то, что вы, мудаки, отпускаете бухих за бабки. Кто? Мало? Кто бухой? Да что вы дурака клеите? Вы что, дурака клеете из себя? Ну, во-первых, вы уж никто не осудите. Слушайте, это что, в вашем случае вообще ничего не поможет? В вашем случае, неважно, взяли вы двуху за то, что он бухой или не бухой, вы однозначно отъезжаете на СИЗО, это 100%. А он, это его проблемы, пьяный он был, трезвый, это не важно. Вы даже то лицо, которое взяло деньги. Дальше вообще история, она не имеет никакого значения. Алло, да, давай. Ну вот вы вообще дружите, какая больница. Чувак вам дал бабки в руки. Кому? Ему дал. Кому он дал? Ему дал бабки в руки. А ты стоял на улице и гривой махал пас, чтобы все было нормально. А потом раздеребанили. Ну да. Мы со стороны наблюдали. Что ты, ангел или что? Когда он бабки брал в машине? Да со стороны мы наблюдали. А мы покажем тебе, как ты пас. Что ты думаешь? Стоял на стрёме, знаешь, когда, как стоят? Когда человек открывает, знаешь, что короче, я получу, как это пост. Я смотрел, что происходит. На стрёме стоял. Молодец. Да видно же было. На стрёме. Стоит, рассказывает. Я не при делах, я ничего не знаю, я даже в машине не сидел. Я такой весь честный. Здравствуйте. Здравствуйте, господин полицейский. Капитан полиции Щербина. Вы капитан полиции Щербина? Это ваше подчинение? Да. Вы могли бы нас с ними познакомить? Не надо, подали, мы не подали. Сейчас подъедем. Вы могли бы нас с ними познакомить? Конечно. Мы не спрашивали, вы нам лучше представьте, когда все придут.
полицейский, старший сержант полиции, Глощенко Владимир Владимирович, Пинков Роман Васильевич. Это тоже, да, полицейский? Точно. А. Значит, что хотим вас, наверное, я не знаю, повернуть в шок, или, может быть, для вас это не будет являться шоком. Данные сотрудники на работе полиции, полиции остановили водителя. Остановили водителя, у которого взяли деньги, 2000 гривен, за то, что он пьяный, и отпустили его дальше с миром. Мы можем все продемонстрировать. Дело зафиксировано, мы им продемонстрировали. Конечно, все есть. Может, вот. А деньги вон торчат. Ну, сейчас... ваше ли распоряжение работать по таким принципам и моралям в полиции? То есть мы у них спрашиваем, а они как бы намекают на руководителя. Вы как... Такие установки что не как, давали? Как я могу? Не, может, новый закон какой-то вошел, что можно освидетельствовать, что можно на месте взять штраф. Тут это ваш ли, подчиненный сказал, что штраф официальный 5000 гривен. Я хочу понять, это ли тот расчет на месте, о котором я говорил господин Новаков, когда имел в виду, что можно будет рассчитаться с полицией на месте? Нет? Это не этот расчет? Скажите, пожалуйста, вы как сотрудник полиции можете сейчас взять, задержать, заковать данного коррупционера в наручники и вести его в следственный куда-нибудь изолятор, к, не знаю, там, к следователям, чтобы они там уже его пытали, обыскивали машину? Где-то же 2000 гривен заховали. Так как данная сумма подходит под уголовную ответственность, да, она вылетает от административной. Это и не 100, и не 200, и не красный свет, и не сплошной, и не просто не включенный свет. Я наверняка думаю, что есть какой-то аналог. Конечно. Вы нам не подскажете, как он называется? То есть на данный момент, что вам как руководителю грозит за данный поступок ваших подчиненных? Плачевно. Не, ну такого же нет плачевного. Что случилось? Вы нам расскажите. Вы же, наверное, знаете, нет? А вы, я извиняюсь. Ну, я начальник сектора, вот командир. Это командир взвода, а вы начальник сектора. Да. Вы, да, то есть самый сам... главный по Никополю, я понимаю, да? Значит, что произошло? Господа полицейские, теперь же полицейские. Ну, я думаю, что данный сотрудник ему уже не станет полицейским. Суть такова, остановили водителя, вы сказали предположение, что он является в алкогольном опьянении, посадили в свою машину. У них спросите, это где пьяный водитель? Не знаю, суть не в этом. Остановили, посадили, достали драги, предложили продуться, а потом мы решили порешать на месте, взяли... отпустили с миром пьяного человека. Продемонстрируй, Саш. Ну это стоп-кадр. Пошагово можешь. Нет? Сотрудник. Один брал в середине, а другой, как говорится, на стрёме стоял. Да я понял. Скажите мне, как... Оружие, да? А вызови группу нам на автовокзал. Так, у нас же еще один есть. Постойте. Позабыли. Друзья, прежде всего хочу сказать спасибо за просмотр и рассказать вам, чем закончился данный эпизод. И что же нас ждет впереди по данному эпизоду? После часа ожидания приехала следственная оперативная группа, мы с своей стороны написали заявление, объяснение и разъехались по домам. Хочу обратиться к руководству Днепропетровского ГАИ и рассказать нашу позицию. Последнее время мы намечаем такую тенденцию, что когда мы опубликовываем наши разоблачающие видеоматериалы, руководителя данных особей не просто понижают, а его повышают по службе, по карьерной лестнице. Подтверждением тому является самый коррумпированный гаишник, которого только нам удавалось заснять, это Коляда, это бывший начальник новомосковского ГАИ Днепропетровской области. Сейчас этот гаишник занимает самую главную роль, самый главный пост в Днепропетровской области по оставшемуся ГАИ. Хочу сказать жителям города Днепропетровска, что очень скоро мы приедем в МВД города Днепропетровска, чтобы узнать судьбу начальника Никопольского ГАИ. Что же с ним случилось после этого видеоматериала? Если же его не уволили, то, ребята, жители Днепропетровска, будьте готовы, в Ютубе будет публикация о том, что срочно собираемся. Да, мы будем прибегать к нашим старым методам. Мы будем собирать людей, поднимать общественность. Поэтому, дорогие мои коррупционеры города Днепропетровска, прошу вас внимательно выслушать меня, обратить на меня внимание и сделать соответствующие выводы. Ребята, спасибо за просмотр, всем пока.